Всем привет! Это я и мои дети Диана и Даниэл. Диане сейчас 2 годика. Она очень разносторонняя девочка. Несмотря на свой маленький возраст, она уже побывала в разных странах, с 3 месяцев летает на самолете и к своим 2 годам занимается восточными танцами, ходит на балет и вообще девочка творческая растет. А Даниэл 10 лет, он тоже очень разносторонний парень, увлекается футболом, сейчас ходит на стрит-воркаут, играет на барабанах, на гитаре и тоже побывал в разных странах. И мне кажется, что к своим 10 годам он даже видел больше, чем я. Я делаю такие мини-фильмы для того, чтобы завтра мои дети могли видеть кадры своего детства в YouTube, в интернете, потому что интернет – это большой архив, и для меня важно запечатлеть вот эти моменты нашей жизни.